Вот в школу бежит у нас этот Варлаам. С какой радостью ребенку. Учителя верующие. Приветствую. О, доброе утро. О. Это Андреевна с Никитой поехали. Это выскочила у меня голубоглазая, синеглазка называем. А утро раннее, 23 сентября. Вчера, позавчера было Пресвятой Богородицы. Вчера праздновали, ну, Иоакима и Анны. И в это время родился отец Иоаким. Вчера ему ровно 75 лет было. Я вот вышел тут, топором смахнул два дерева. Довольно большие. Вот я покажу сейчас ладонь. Это я ножовка не пилит, но вот насколько больше. Это, ну, диаметр 20 сантиметров свободно. Топором срубил. А рядом ветла. А зачем? Ну, во-первых, они перед окнами. Дальше растут, сильно застилает свет. Раз. А во-вторых, потом в скором времени будут доставать неприятности. Вот они у нас, это к скворечнику. Я покажу сейчас. Идут провода. И они упадут прямо на провода. Вот как сейчас там у нас в деревне, у одних тополя выросли большие. И не знают, как свалить. Они пол огорода, наверное, тень бросают. Ну, сейчас вас помахал. А это вот все кошки убегают, этот под нож лезет. А он вырос со мной, слепой. Совершенно слепой. Я все мазал, мазал ему глаза святой водою. Вот теперь он стал белый. Вот сейчас я крикну только, смотри, как он. Белый. Белый, ты что, ну-ка иди сюда. Иди скорее, белый. Иди скорее, пошли. Ну, иди скорее, иди ко мне. Белый, белый, иди скорее. Вот. Это синеглазка тут. Это подошла буска. Вот все я убрал. Вот рядом голубятня. А тут дикие голуби прилетают ко мне на кормушку. Вот они сейчас там, кормить их буду. С моими. Где 40, там и 50. Ну, еще не меньше полтонны у Игоря взял отходов. Все там повесили. Это мои голуби вылетели белые. Среди них черныш. Ну, дикие, то есть. От них тоже есть польза. Вот так. Показал сегодня утро, уже потный. Солнышко только взошло, поднимается. Ветер теплый. Сегодня у нас получается 23-е. И какая-то дымка везде. В городе ничего этого нельзя сделать. Ни срубить, ни так вот показать. Кошки тут бегают и никуда они тут. Вот они. Сейчас я крикну их, что они тут будут делать. Рыжий, 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 где рыжий? Рыжий, рыжий! Ну, если он там на улице, он сейчас прибежит. Рыжий, рыжий! Рыжий! Значит, где-то зашел в сени и лег на кровати. На кровати. А его там гоняет это. Вот. Тут работал, тут гвоздик в стенку вбитый. У веранды повесил костюмчик свой. Вот ветки, которые вот сюда все стаскал. Видно, вот они кленовые. А вот это вот ветла. Володя сегодня пасет. День пасти 500 рублей. Так, договоренность. А тут что-то они не могут. Вчера Никита нанял. И вот он поехал куда-то. Куда-то в Корщину, может быть. До обеда. И сразу принес 250 рублей. Вот тут валюта. Молоко. Сливки, мясо. Яйца сейчас не знаю, возят, нет. Вот какие получилось. Это можно даже два столбушка сделать, чтобы закапывать ограду. Вверху клен, внизу ветла. Ой, ой. Ой, ой, охота. Охота ему, если идти, он сейчас ползать начнет. Ляжет лапы, вытянет. Но... Ну чё, ползи, ползи. Шарик, шарик, ползи, ползи. Ну-ка. Ну ладно, 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 знаю. Говори, говори.
Ну, скорее, скорее, ползи. Сейчас должен показать. Вот он пополз. Лапы заднюю. Ох, и хитрый, а! Брать тебя нельзя никуда, ты убегаешь. Вот в чем дело-то. А где же у меня Паля? Вон она, Паля сидит. Паля, Паля. Вот я их покормил уже. 5-6 кошка там. Вот никогда столько не было. Кому отдать, не знаю. Паля, красавица. Я ее не отдам. Она немножко больная была. Да не немножко. Вытащили. Я оставлю себе белого. А этих вот отдал бы 3. Они у Надежды Васильевны там были. Я не так к ним привык. А тут у нас колокол. 1774 года. Я думаю, тут даже заметно. Я не вижу, там видно, нет.